такую работу на поток специально. Не потому, что есть во всем этом Марина, нет! Я вижу! Просто магазин готовых изделий скраббукинга в Благовещенске востребован и будет, уверена Надежда. В 2008 в городе пробовали открыть мастерскую ручной работы. Надежда поучаствовала в этой компании, но Вижу! Кошмар! Да я вижу! Ой-ой-ой! Офигеть! Ой! Ой, все! Выключай! Выключай от розетки! Я снимаю все! Ой, ты посмотри, что творится! Марина! Мама! Розеток выключай! Я все выключила! Офигеть, блин! Я услышала грохот какой-то! Ты сняла все это? Да, я прям все сначала сняла, прикинь.